שלום עליכם דרוזיה, נוח כתורה, נא יום מית שתיים נאית נידל נגלבה, אתא תשילבק כתורי זסלוזיל סמי בלשי קומפלימנטב תורה. רבשי נשאי תורה נירא שדיות מנוגה קמפלימנטב. אברהם אבינו ניפול צ'ל קמפלימנטב. מוישה רבנו ניפול צ'ל קמפלימנטב. אהרן הכהן ניפול צ'ל קמפלימנטב. כתוב פלוצ'ל קמפלימנטב תורה, נוח. הניה הדין רז, הניה דבר רזה. Давайте с вами посмотрим. В первой главе, вторая глава Берейшит, мы уже читаем о комплименте, который заслужил Ноах. Только когда он родился, уже объявили, что он, этот человек, облегчит нас от деяния нашего, от мучения рук наших и так далее. Как завершается глава Берейшит? Следующие слова. А Ноах обрел милость в глазах Всевышнего. Если это еще недостаточно, мы начинаем читать наша недельная глава, глава Ноах, и читаем следующий. Тора нам говорит, Ноах мужьем праведный, цельный бил в своих поколениях, с Богом ходил Ноах. Но это еще не все. Мы читаем дальше, и в нашей главе еще один комплимент. И сказал Господь Ноах, войди ты все твои, твой дом в ковчеге. Почему? איבה טיביה ובידליה פראבד נאי פירי דמנוי, איפה קלני איתאי. נהיית אנלוג, פטורה, נא תקוי קליצ'ס וקמפלימנטה, ככה מיוז'ס קזלי, נהיית דין, הנהיית אולכה פטורה, פופסימות נכו, נקטו נזסלו זיל, תקי בלשי קמפלימנטה, כתור נזסלו זיל נוח. נו אינטרסנה הברטית ז'ימניה נהדנה לישנה סלבה. מבינה שנידלני גלבה, זוור שייץ, הייתי בלשי קאמפלימנטי, איתם נמיוק מאלינקי ושווייך פקלניך. שתו זנת שזה שווייך פקלניך. צדיק, און צדיק, פראבדניק און שלווה, ניק, שתו זנת שזה שווייך פקלניך. פראבות איתם רשי, גלבניק אמינתתר תורה, תום שתו מודרצי, אימי דבי, רזני, וזגלדה, נאית איתה פלניתן לי סלבה. את הספור משדודווה, אפטריטטניך, מודרצות תלמ Раби Йохана, Ниврейшлакиш и Том Санхедрин, и приводится тоже в Медраж. Один говорит, это комплимент. Это комплимент Ноаху. О а том, что несмотря, что его окружают такие непростые люди, несмотря за то, что Ноах вырос среди такие невоспитанные, некультурные люди, как поколение Потопа, Ноах сохранил себя и остался цадиком. Он был праведный, праведник. Второй говорит, нет, это критика. Это намек о том, что не думайте, что Ноах такой цадик. Да, среди таких людей, в такое поколение, Ноах считался авторитетом, святой человек, цадик. Если он жил рядом с Авраамом Вину, через несколько поколений позже, рядом с такой цадик, как Авраам, его бы не считали. На него бы не обратили внимания, как особый человек. Да, среди этих людей он считается авторитетом, он считается особый человек, и мы выделяем его внимание. И вот намекает нам Тора, говорит этот мудрец, обратит внимание о том, что Ноах цадиком считался в поколениях своих, и не в других. Но давайте будем честны, это же не честно, это неправильно. Зачем портить праздник? Мы уже воспринимаем Ноах как великий человек. Мы уже воспринимаем Ноах как цадик. Почему мы должны портить этот праздник? Сказать, ну, Но, Ноах, не думайте, что он был такой великий. Да, в это поколение да, в поколение Авраам нет. Зачем нам? Тора это же книга хинух, книга воспитания. Мы учим Тора, наши дети учат Тора. Что они будем учить? Мы должны знать о том, что был такой человек, цадик, как Ноах. Почему надо добавить это и дополнительные слова в поколениях своих, которые сразу вызывают вопрос, שטו נמיקאי את נמטורה ואת ההסדבה היא פרידיות דין יזמוד רצוע וגברית את הקריטיקה. ירום בולשס קז'ו ואת המסגל החיצ' הסכי ופרוס. יסטו נסטרוגי זפרטיב תורה נזבה עצה לשון הרע. נלזס פלטניצ'י נלזג אברית פלחי סלבה הדרוגי כלודי. ודין נזדיתה לעטו וזקונה את הנזבה העצה העברית אבק לשון הרע. הזמינית היא הנזנה ככתבה פריוודית. נו Я вам дам пример. Что значит авак лашонара? Если сидит, сидят люди в обществе и хочется давать комплимент какой-то человек, но мы знаем, что в результате этого комплимента некоторые будут его критиковать и сказать, это не совсем правильно, лучше не давай комплимент. И в результате его комплимента будет звучать слова критика, поэтому лучше не давать комплимент. А тут в нашей главе получается то же самое. Мы дали Ноаху очень большой комплимент, а сразу дали намек о том, что это не, не, совсем так. А зачем тогда это делаем? Если Тора не хочет давать Ноаху комплимент, пусть не давать комплимент. Если Тора хочет давать Ноах большой комплимент, что он садик, зачем давать потом намек о том, что это не совсем так? И в пятой книге, в пятой томе, в книге Лекутей Сихот, у Лубавельской есть очень оригинальный подход אתו היסטוריה קטעת קמפלימנט קטרוטוריה דיות נוח עידה איסט לבב פקלניאך סבייך פחודית עברם כך אתו היא קמפלימנט. כמו שבטיאנט שנוס היסטוריה בלעדין חסיד איזווס נאי חסיד זווה ליבו רבי אבא פליסקין. בסורק שסתום סתום גדוס הסביועי סמיועי עונבי יחל איז סובייצקי וסיוזה איפו קזניה פרידוש של לובביבסקי רבי יוסף יצחק שניירסון און מסטי איז דרוגי סמי חסידים ויחצי סובייצקי וסיוזה אני אוכל לי איו אסטרליה איו מלבורן אסטרליה תמי נבילי אסנבטה לי בלשי איך חסידסקי חבאצקי יבשינה. ופרביעי אוניבו פלוצ'ילס פרי יכת איו ניו יורק איז אסטרליה פסיטית סינגוגה איבית נא ליצ'ני אבסטרית של לובביץ'קי רבה וסיבולי צ'תיר נצת לץ פוסטיה טיסצ'י דביצות שסדיסת אגוד קקדאום פרי יחל, רבי אימו פפרסיל, סקדל רב אבה, ופז'לוי חסיד, ווידלי, איברייסקי, ז'יזן, פרי אגרניצ'ניה, כתורוביליה, סובייצקיה מסיוזיה. וז'נה שטובה, מלדיה פקלניה בתמזנאלה. יפרשו וס, שטובה בודתי, איז דלת ויזית, ופסיכו צ'ירי שדניה, יישיבה, איבניו יורקי, איבקנדה. и школа для девушки, и расскажите им эту историю, сделайте там то, что называется в российском жаргон фарбрэнген. За и расскажите людей то, что вы видели. И он сказал, он был скромный человек, он сказал, ребе, ребе, я не знаю, что рассказать. Любавельские ребе ему сказали, послушайте внимательно, я вам, я вам скажу, что говорит. Не расскажите им о цадиким, не расскажите им о праводниках, расскажите им о хасидим. В чем разница? Если он будет им рассказать о праведнике, которые были и которые он заслужил увидеть, какой итог делает каждый человек? Ну хорошо, он же праведник, а я, я простой человек. Я не праведник. Эта история не касается меня. У меня другие жизни. Я простой человек. Поэтому говорили ему, расскажи обычных людей, о хасидим такие люди, как, ты, как он, а тогда каждый может взять от них пример. Это, друзья, был Ноах. Ноах не родился цадик. Это все правда. Если бы Ноах стоял рядом с Авромовину, ему бы, с ним бы не считались. Где он, где цадик, как Авраам. Но это не были стип таких цадиким праведники, когда Моше Рабейну родился, Тора нам рассказывает, נתמלא הבית כולו אורה, תול כבילי ריביון קודמוי, היו סדום סטל סווטלי, עוד נבו סייל סווט, את הבליל צדיק, את הבליל סווטוי תשלווק, נח בלעביצ'ניית של אבק. נח זנימל סאיש אודו פטופם, עוד נבו בלע פאבריקה, עוד ססדל רזניך מטליצ'סקיך אינסטרומנטיו דלע ברבת אבני זמלי. מיניק דינית שטליה הצדיק כתורי, וניח תקוי ויד רבות. Ноах был простой человек, даже Раши рассказывает, Ноах миктаней эмуная. У Ноах не была полной вера. Он не поверил, что пойдет потоп. Только когда воды уже начали и стояли рядом, рядом с ковчег, тогда он вошел в ковчег. Но это не минус. Ноах был обычный человек, и это весь его комплимент как обычный человек, который его окружает, очень много людей, люди, которые заслужили потоп. Но они не могли о нем повлиять. Почему? Он сделал правильный выбор. Он смотрел на людей, которые его окружают. И он сказал, нет, я такой не буду. Я верю в Бога. Я буду служить Бога. Я буду правильно жить. И поэтому Ноах был настоящий герой. Если бы он родился цадик, таким он родился. Но Ноах такой не родился. Поэтому есть Ноах настоящий герои Поэтому Тора дает нам намек в поколениях своих. Да, это критика рядом с Авраам. Он бы не читался цадиком. Но вместе с тем, в такая поколение, стать такой Ноах, вот это да. Вот это комплимент. Я хочу завершить с хасидской историей. ביל צדיק בלצדיק איזווסטני ליבו רבי נפתולי איסרופשיץ, אומיל רבינם אי אדמור איבגליציה, זאפד ניוקראינה. איסלי אני עניה שבא גליציה את הזאפד ניוקראינה. אומילות שניק רבי אלימלך איסלי ז'אנסק. אומילר סטודי ונוסטפיית לית עמון הזד. איזווסטני קניגה רב זבין, סיפורי חסידים, פרוולי צדקה ההיסטוריה. א-דין רז רבי נפתולי איסרופשיץ סידל זווסטולי ואיקורז'אלי וחסידים. И он им рассказал о себе, и он сказал, вы знаете, я заслужил родиться в такой семье. Мой дедушка со стороны папа был ученик Большемтов. Дедушка со стороны мама был ученик такой цадик. Мой папа был великим человеком. И вот я, поэтому я такой цадик. И вот поэтому они понимают, что такой цадик заслуживает большое уважение. Встал один человек, поднял руку и попросил разрешения, сказал, «Ребе, мне можно что-то сказать? Да, конечно. И, ребята, я считаю себя более важным, чем вы. Вот вы рассказали о ваших дедушке, о вашей сына, я расскажу о моих. Дедушка со стороны папа не одевал тфилин. Дедушка со стороны мама не соблюдал шаббат. А мой дед, он, мой дядя, он не разделил между молочные и мясные продукты. Но я все равно сделал мой выбор, и я нахожусь здесь с вами. На него посмотрел Рабин Афтолий Сровшиц и сказал, да, ты прав, ты настоящий царик. Вот это Ноах, Ноах это наш герой. Ноах это не человек, который находится в другой сфере, о которой мы себе скажем, а, Ноах, это не мы, мы простые люди, он не может быть для нас пример Ноах это человек, как я, как ты, как ты, как каждого от нас. И Ноах сделал свой выбор. Давайте и мы возьмем от Ноаха примера сделает наш правильный выбор, правильный жить, верить в Бога, учить Тора, исполнять заповеди Тора, правильно вести себя внутри семья, внутри общества. И мы тоже заслужим благословения Всевышнего, как и Ноах. Всевышний будет нам строить большой ковчег, и этот ковчег нас будет вести все к приходам Машияха, к освобождению, к строительству Бейта Мигдаш в самое ближайшее время.